Очень мне понравился в этом году новый мой сорт томатов, называется «Разноцветная красота». Выведен этот сорт был в Соединенных Штатах Америки, попал к нам некоторое время назад. Пока он не довольно распространенный, но сорт достойный. Вот так выглядели томаты на 27 июля при высеве на рассаду 1 марта. Сорт высокорослый, устойчивый к заболеваниям, прекрасно формирует урожай, относится к высокоурожайным сортам. Как вы видите, экзотический внешний вид плодов томата. Они полной спелости красные, но покрыты многочисленными штрихами, пятнами, фиолетовые краски, темно-синие, как мы говорим, антоциановые окраски. Плоды не крупные, весом приблизительно 80-120 грамм, немножко такой удлиненной бочковидной формы, плотные сравнительно, но вместе с тем сока в них тоже довольно много. Вкус сбалансированный. Как вы видите, очень мощный ствол. Я выращивала этот сорт в один стебель, но почитала, что можно его и в два, и даже в три, в четыре. Посмотрите, у него идут такие плечики, покрытые антоцианом, особенно если они зеленые. Сейчас на фото томаты в зеленом состоянии. Посмотрите, какой экзотический внешний вид. Высотой вырастает этот томат до 1,5 метров, 1,80 м. Думаю, что этот сорт будет очень хорош в засолке. Я, правда, не пробовала, так как первый раз. Но они хорошо шли и свежими на стол, в салаты, и так его просто покушать. Вкус сбалансированный, как я уже сказала. Кислоты в нем мало. Очень даже достойный сорт. Он у меня попал в фавориты. Выращивать буду его еще. Может быть, даже буду увеличивать площади насаждения. Вам всем рекомендую. Сорт томата «Разноцветная красота».